Пошел дальше, дорогие друзья, блюз штабной крысы. Я всю жизнь служил в Арбатском военном округе. Лето, жара, большой белый дом, чугунные ворота весом 15 тонн. Они открываются с хрустом. Из них выбегает мужчина в костюме майора. Две затяжки выкуривает сигарету прима без фильтра и скрывается за дверями. Там будет технический термин. Яйца. Яйца — это кружочки на карте, обозначающие скопление войск и техники, дорогие друзья. Вот майор стоит и курит, к небу дым идет столбом. Ни от скуки, ни от дури, не за тем, что дуб дубом. Не спеши его напрасно разгильдяем называть. Карту важности ужасной, можно эхо добавить, должен час он рисовать. Вот майор стоит и курит, к небу дым идет столбом. Склеил все листы как надо, надпись правильно нанес. Не прорвутся немцы кады и американец вез. Он не дрогнет, не спасует, крепкий, как броня почти. Смело яйца он рисует и различные значки. Вот майор стоит и курит, к небу дым идет столбом. Лирическая часть. А вокруг бурлит столица, пиво пьет простой народ. И в коротких юбках лица ходят-бродят зад-вперед. Фильмы крутятся в киношках, а в шашлычных шашлыки. А вот его ждут козьи ножки, батальоны и полки. Вот майор стоит и курит, к небу дым идет столбом. Патриотическая честь. Можно встать, отдать честь, а можно не вставать. Знаете, штаты и китайцы, и анзюсы НАТО весь. Стрелы грозные и яйцы можем мы всегда нанесть. Мирный труд спасем и счастье, всех победим. Хлопаем, товарищи, все вместе. Коль японский нам фломастер, так на всех хотя победим. Молодцы. Вот майор стоит и курит, вот майор стоит и курит, вот майор стоит и курит. Сейчас будет финал. К небу дым.